Для многих родителей уложить спать днем ребенка – это настоящая головная боль. Малыш либо слишком быстро просыпается, либо вообще отказывается идти в кровать. Есть еще вариант, что если все-таки дневной сон, ура, состоялся, то ребенок долго не может успокоиться вечером. Так как решить эту проблему? Из какого возраста ребенку нужен дневной сон? И главное, стоит ли заставлять ребенка спать в обеденное время? Ответы узнаем у специалистов. В зависимости от того, какой возраст ребенка. Если это маленький ребенок, например, самый маленький, новорожденный ребенок до года, то он, в принципе, постоянно спит. 18 часов в сутки он должен спать с маленькими перерывами там, на еду. А когда ребенок взрослеет, например, уже если мы берем возраст больше детсадовского возраста, там от 2 до 3 лет, ребенок переходит в это время на дневной сон у кого-то 1, у кого-то 2 раза в сутки. В среднем продолжительность его там 1,5-2 часа. На самом деле, если ребенок в сутки свою норму высыпает, то есть ночью он спит спокойно там 10-12 часов своих положенных, то принуждать его не стоит.